Да. А я вместе с Лизой. Да, мы хотим вместе про енотку. Вместе с Лизой енотка, которая идет под выпуск следующей весной. А вот как раз Александр Борисович, может, он нам скажет пару слов. По-прежнему ли актуален выпуск енотки весной? Раз уж осенью не получилось, но действительно осенью как-то так. Весной, наверное,